Очередная авария с участием пьяного водителя произошла в Рязани на улице Интернациональной. Мужчина сбил молодую девушку. 42-летний местный житель, управляя автомобилем молодых грантов, совершил наезд на 17-летнюю девушку-пешехода, переходившую проезжую часть. Водитель, которого зовут Александр, заявил сотрудникам ГИБДД, что девушка сама виновата в происшествии. А вот человек просто ходит не в том месте. Ну да, не в том месте. Не в то время, правильно? Ну, конечно, совершенно. А вы не в то время пьете за рулем, правильно, садитесь в нетрезвом состоянии? Да, все. Ну так кто виноват в ТП-то? Она. Женщина, приехавшая на место ЧП и представившаяся родственницей водителя, сказала, что он неоднократно хотел сесть пьяным за руль. Я на него сколько раз ругалась. Что, он не первый раз уже? Нет, я ключи отбираю обычно, это я не успела. Не успели отобрать ключи, да? Конечно. Часто алкогольные напитки употребляете, Александр? Постоянно. Постоянно? Да. А за рулем катаетесь часто пьяным? Никогда. Правила дорожного движения, в принципе, разбираетесь? В принципе, да. В результате данного ДТП девушка с травмами была доставлена в медицинское учреждение. У Александра же было обнаружено почти 1,7 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Анна Герцовская при содействии госавтоинспекции по Рязанской области.